Здравствуйте. Наши новости начинают свою работу в эфире. В студии Татьяна Динер. Смотрите сегодня в выпуске. Приключения пешеходов или когда на дорогах края ходить станет безопасно? Люди не могут со дворов выехать здесь. И люди здесь в детский садик заезжают. Тут просто ужас, что творится утром. Новое направление, когда в Барнауле построят третий мост. За ворота башмачок. Чего ждать барнаульскому «Динамо» в новом сезоне? И купит ли Кирилл Политов новый мотоцикл? Мужской подход к крещенскому гаданию. На кону ставка. Выиграет ли мой любимый клуб золотые медали чемпионата? Три детских сада в Бийском, Косихинском и Целинном районах края закрыты на карантин. Занятия еще в 8 группах 6 дошкольных учреждений Барнаула, Заринского и Смоленского районов приостановлены частично. Всего за прошедшую неделю на Алтае зарегистрировано 15,5 тысяч заболевших ОРВИ. Эпидемиологи отмечают также циркуляцию вирусов гриппа. Традиционно больше всего подвержены заболеваниям дети. Если сравнивать с январем прошлого года, то больных уже в 2 раза больше, но медики подчеркивают, что пик пока не наступил. Идет эпидемический подъем заболеваемости. Сейчас порог превышен уже в 6 регионах России. Школам и детским садам рекомендовано проводить профилактические мероприятия. В частности, чаще мыть руки, полоскать рот и нос, регулярно проветривать помещения и проводить влажную уборку. Отделения травматологии больниц края заполнены после новогодних праздников. Например, в 11-й Барнаульской горбольнице из 45 коек нет ни одной свободной. Причем четверть пострадавших – это жертвы гололедицы. Всего на скользких улицах города с начала зимы пострадало уже больше 1000 барнаульцев. Люди травмируются как на тротуарах, так и у себя во дворах. Валентина Аскерова узнавала, когда на дорогах станет безопаснее. Не только сделать шаг. Уже несколько недель Екатерина не может даже встать. Беды ничто не предвещало. В кругу родных встретила Новый год, отдыхала и гуляла по любимому городу. Но в начале января в одну из таких прогулок поскользнулась и сломала ногу. Катю прооперировали. Постельный режим 10 дней. Еще как минимум 3 месяца ходить на костылях. Да, не везде сейчас улицы скользкие, где не пройдешь по городу. Везде очень сильный гололед. Вы когда будете жаловаться на дорожников? Да, мне сейчас не до жалоб. Мне сейчас главное, чтобы я поправилась. И таких, как Катя, только в барнаульских больницах сотни. При падении, отмечают медики, люди прежде всего ломают ребра, а также верхние и нижние конечности. Врачи, благодаря современным методикам лечения, в большинстве случаев ставят пациентов на ноги. Но признаются, иногда переломы не срастаются даже у молодых. Поэтому советуют быть предельно осторожными. Надо заведомо понимать, какую обувь обувать, не скользкую, что идти, наверное, надо мелкими шажками, не надо бежать, торопиться, это увеличивает риск падения, быть более внимательным. Ну и если падая, и ты идешь по тротуару, стенками которого является сугроб, лучше, конечно, стараться упасть в сторону сугроба. За расчистку дорог и тротуаров отвечают городские власти. Но денег на борьбу со снегопадом в бюджете города не хватает, не скрывают чиновники. В январе после участившихся случаев травматизма глава Барнаула Сергей Дугин дал поручение. И магистрали краевой столицы расчистили и посыпали песком. Невозможно провести, допустим, уборку одномоментно после снегопада. Есть этапная схема, то есть сначала убираются центральные магистрали, потом дороги категории Б с общественным транспортом, затем переходят уже на дороги внутриквартальные. А вот во дворах ситуация сложнее. Активисты Общероссийского народного фронта уже больше месяца следят за состоянием зимних дорог в крае. Сегодня они организовали рейд. Проехав по дворам, увидели. На крышах снег, а возле подъездов колея в 20 сантиметров. Люди не могут со дворов выехать здесь. И люди здесь в детский садик заезжают. Тут просто ужас, что творится утром. Расчищать дворы – ответственность управляющих компаний. Организация, обслуживающая этот дом, сегодня получила протокол об административных правонарушениях от администрации города за неисполнение обязанностей. Всего за полмесяца составлено больше 30 таких документов. Жители могут писать, активно участвовать и жаловаться, где действительно, то есть, необходимо убрать ту или иную проезжую часть. Жаловаться на несвоевременную расчистку территории можно также в районную администрацию и в комитет по ЖКХ. Но пока люди обрывают провода, проблемой содержания дорог заинтересовалась городская прокуратура. Ее сотрудники проверяют, как с работой справляются дорожные службы и управляющие компании. В случае нарушений им грозят штрафы. Например, для управляющих компаний от 5 до 20 тысяч рублей. Для Екатерины это является слабым утешением. Ведь впереди у нее еще долгий и дорогой курс реабилитации.
Валентина Аскерова, Николай Шилко. Наши новости. В селе Тюменцево уже больше недели не могут отремонтировать водопровод. Все это время больше тысячи жителей остаются без воды. По их словам, за день из крана можно набрать лишь чайник. О помощи властей и коммунальщиков люди не замечают. Не будем даже об этом говорить. Нам никто никакой воды не привозит. Вот. То есть вам все приходится покупать? Мы покупаем, да, кто где может. У меня вот родители живут в Павловске. Мы, если едем в город, то мы набираем вот эти 5-литровки бутыли у них водой, затариваемся, полный багажник и везем домой. Напомним, вода пропала 10 января. Предположительно, в системе водопровода произошел порыв. Как заявляют местные власти, ремонтные работы запланированы на субботу, 19 января. Это, подчеркнем, спустя 9 дней после аварии. Губернатор края Виктор Томенко и директор банка «Открытие» Михаил Задорнов подписали в Москве соглашение о сотрудничестве. Федеральная корпорация будет поддерживать инвестиционную, лизинговую деятельность, но главную ставку делают на предпринимательство. Развиваем клиентскую базу малого и среднего бизнеса. Для Алтайского края малый и средний бизнес, переработка сырого сырья, торговля, услуги – это ключевое направление, туризм. Банк уже запланировал участие в региональной программе развития малого и среднего бизнеса в Алтайском крае. Кроме того, планируется поддержать и бюджетные сферы – культуру, здравоохранение, образование. В частности, речь идет о строительстве детских садов и школ. При необходимости, заявил Михаил Задорнов, помощь окажут и региональному бюджету. По словам губернатора Виктора Томенко, это сотрудничество должно стать продуктивным для края. Участие банка в реализации наших проектов, связанных со строительством разного, для разных, по разным направлениям и разных целей. Ну и договорились о реализации проектов социального развития. Здесь банк скорее выступает в качестве спонсора, благотворителя. Обсуждалось также участие банка в процессе перевода общественного транспорта Барнаула на газ. О других самых значимых транспортных проектах, которые будут реализованы в крае в этом году, сегодня журналистам рассказал министр транспорта региона Александр Дементьев. Одним из первых станет проект создания южного обхода Барнаула. Его примерную стоимость сейчас оценивают в 50 миллиардов рублей. Техническое заключение на работу уже готово. Сейчас проверку проходит сметная документация. По словам Александра Дементьева, главным объектом проекта станет третий мост через Обь. Дело в том, что существующие переправы с автопотоком уже не справляются. Делать мост платным не планируют. Тоже друг друга обманывать не надо. У нас люди будут лучше постоять час в пробке, чем заплатить 100 рублей и проедут. Ну, это очень сложный вопрос, потому что мы тоже сталкивались с ним. Когда считаем платность, интенсивность есть, только становится платно, человек говорит, а почему я должен платить, когда можно бесплатно проехать? Но, когда говоришь, ну ты посчитай, сколько ты за шок потратил время, потратил топливо, чтобы ты пока ехал сюда стоял. Он говорит, нет, все равно. Место под строительство моста уже определено. Жилые участки оно не затронет. Возможно, его реальное строительство начнется уже в этом году. В числе других проектов – начало строительства третьей федеральной дороги от Барнаула до Казахстана через Ребриху и работы на трассах Каменского направления. В Волчихинском районе края зафиксировали новую вспышку бешенства. Постановление об ограничительных мероприятиях подписал Виктор Томенко. Карантин ввели в селе Солоновка. Очаг болезни выявили на двух жилых улицах. Краевое управление ветеринарии уже приступило к работам по устранению инфекции и дальнейшей профилактике. Напомним, за 2018 год в Алтайском крае ликвидировали 9 случаев распространения бешенства. Чаще всего домашним животным болезнь передается посредством контакта с дикими. От больного животного человек может заразиться через укусы и царапины. В этом случае нужно немедленно обратиться за медицинской помощью. Иди. Курортный сбор в Белокурихе все-таки повысили. Теперь за отдых в сутки туристам придется заплатить 50 рублей вместо прежних 30. Ставка выросла с 1 января. И это несмотря на то, что владельцы санаториев и местные депутаты ранее выступали против увеличения платы. Изначально предполагалось сохранить сумму сбора прежней, чтобы не допустить риска снижения турпотока. Однако отстоять инициативу на краевом уровне не удалось. Стоит отметить, что за все время с момента введения курортного сбора в мае 2018 года удалось собрать не больше 20 миллионов рублей, в то время как планировалось выручить порядка 35 миллионов.
Сегодня стало известно, что жительница из Барнаула, которая не могла покинуть больницу Англии из-за огромного долга, вернется домой на следующей неделе. Сейчас Алена Жилина находится в Кембридже. По словам ее близких, 1 января девушка подскользнулась и разбила голову. Врачи провели срочную операцию. Несколько дней Алена провела в коме. У нее обездвижена правая рука, плохо видит левый глаз, но в целом девушка чувствует себя лучше. Страховка покрыла частичные расходы на лечение. Однако каждый день пребывания в больнице девушке придется оплачивать самой. В сутки выходит около 120 тысяч рублей. В итоге накопился долг в миллион. Сейчас родственники решают вопросы о транспортировке и частичной выплате долга перед клиникой. Барнаул присоединился к всероссийскому конкурсу по чтению вслух. Сейчас проходят региональные этапы. Любопытно, что никаких заранее подготовленных монологов или стихов от участников не требуется. В чем суть состязания, знает Елена Кузовкина. Время пошло. На выступление минута. Булгаков, Горький, Островский, Лермонтов. В этих конвертах отрывки произведений классиков русской литературы. Участники узнают, какой им достался текст за несколько секунд до выступления. Бывает, что мы не видим знаки препинания, мы не так делаем ударения, мы просто проглатываем и переставляем местами слова. Конечно, это все учитывается членами жюри. Никому я не буду сопутствовать, и охоты мне странствовать нет. Мне к лицу стало всюду отсутствовать. Вот уж скоро 14 лет. А это уже стихотворение Анны Ахматовой. Ее поэтические строчки, тоже спрятанные в конвертах, декламируют все с разным успехом. Это один из этапов конкурса. И ночи наших пламенным чадом я к тебе никогда не вернусь. Сложные слова были сейчас? Не особо, просто когда волнуешься, все тяжело. Новосибирск, Кемерово, Томск, Москва. Барнаул присоединился к всероссийскому чемпионату среди старшеклассников по чтению вслух впервые. На этой неделе испытания проходят по районам города. Все волнуются, у меня руки дрожат, сердце тын-тын-тын. В распоряжении членов жюри баллы от 1 до 6. Ребята, набравшие большее количество очков, уже в эту субботу сразятся между собой в выразительном чтении незнакомого текста на городском этапе. Насколько сложно даются обсуждения? Ну, обсуждать действительно сложно, потому что ребята все старались, все эмоциональные. Угу. Все попытались очень быстро текст почувствовать. Финал всероссийского чемпионата по чтению вслух пройдет в Москве в мае. От краевой столицы поедет только один, но лучший представитель. Елена Кузовкина, Александр Андропов. Наши новости. На суженого и на богатого. Сегодня по древним поверьям один из самых мистических дней в году. Ведь именно 18 января завершаются святки, а потому уже сотни лет люди гадают, что их ждет в будущем. Кирилл Политов решил оживить самые знаменитые варианты ворожбы в своей мужской интерпретации. Вот он, пожалуй, самый знаменитый способ у девушек узнать, когда же стоит ждать замужества, из каких краев приедет будущий жених. Носок обуви должен указать направление, а в случае, если это будут ворота, то сидеть девушке дома, замуж ей выйти как минимум в ближайший год будет не судьба. У нас же задача куда проще. На кону ставка, выиграет ли мой любимый клуб золотые медали чемпионата. Ну что, на старт? Поехали! Итак, давайте посмотрим, что у нас получилось. Так, указал бы вот в эту сторону, это отделение Центрального банка страны, но наверняка стоило бы ждать увеличения бюджета, но носок указывает на другую часть света, так что, ребят, сидеть вам без соли и без медалей. Обычай номер два считается, что нужно все делать правильно. Берется книга, желательно старая. В данном случае у нас «Как закалялась сталь». Нужно вслух задать вопрос, на который хочется получить ответ. Ну, например, я уже подготовился, спрошу, скоро ли я куплю новый мотоцикл. Затем загадать страницу, номер строки. Это пусть будет 135-я страница, вторая строка сверху. И вот давайте откроем. 135-я, вторая, да, сверху. Осыпались желтые листья, оголяя деревья, ветер подхватывал свернутые листочки и тихонько катил по дороге. Ну вот, решайте, к чему бы это. Суженый мой ряженый, приди поужинать. Вот, пожалуй, самый мистический способ гадания у девушек. В этот момент в отражении должен появиться любимый. У меня-то любимая. А, вот сейчас все верно, да. Гаданий масса, правда, все же стоит помнить, что православие такие обряды не одобряет и приравнивает их к колдовству. Кирилл Политов, Андрей Печоркин. Наши новости. О, да, вот так вот мне определенно нравится, да.
И о погоде. Спонсор прогноза погоды – компания «Эвалар». А какой глицин принимаете вы? Принимайте глицин «Форте» «Эвалар». Он отличается высоким содержанием глицина, усиленного витаминами для мозга. Качество гарантировано международным стандартом GMP. Глицин «Форте» «Эвалар». Почувствуйте разницу. В крае переменная облачность, возможен снег и совсем не по-крещенски тепло. В Змеиногорске 3 градуса, в Алейске, Белокурихе и Камне на Оби около 5 мороза. В Бийске и Славгороде 8 ниже 0. В Барнауле ночью около 15 градусов мороза, днем до минус 8 и возможен снег. Напоминаю, телефон редакции в Барнауле 722-440. А у меня на этом все новости. До встречи.